Яка зараз задача в Мирнограді? Рекогносування нових позицій для роботи снайперів і дрончиків. Приход, приход. Вам присадьтеся. Зараз ми знаходимося у Мирнограді і тут активно вже обстрілюється вся територія ворожою артилерією. Є дим від прильотів. Тому треба бути дуже обережними, плюс ще сюди можуть заходити ДРГ. Дрон щойно по ньому вели вогонь. Я думаю, по дорозі треба йти. Буквально кілька метрів. Це этот, Mavic. Зі збросом? Трошки, да, зі збросом. FPV-шки звук трошки інший, як бензопила. Це був вже дрон, який вже мав зараз робити скіт, тому що далека дистанція. Так точно. А загалом нормально, що зараз вони сюди долітають? Це вже очікувано? Ну, вони вже якесь час сюди долітають, це не перший день. Боюсь. Ну, я надіюсь на нашу армію. Все буде добре. Та вона пристріляна, вся хуря, вона вся поюбана. Треба бути, ну, ладно, пілоти десь в підвалі, яка апаратуру проїду. Першочергова задача – визначення на перспективу вогневих позицій для моєї групи приводів Бахмута. Значить, аналогічно визначення можливості точки відпрацювання FPV-шками нашої суміжної групи, з якою ми в складі працюємо, це медеїди. От. Тобто ми перекриваємо фактично зараз всі можливі напрямки підступу ворога до міста і з повітря, і з землі. Чим ці позиції, наприклад, не підходять зараз? Пристрілено, воно все, ну, обрушене здання, ну, все, об'ясні. Дивіться, ця будівля, вона є чітким орієнтиром для артилерії і мінометів ворожих. Пристрілено по сектору, якщо з'являється з цієї точки якийсь постріл, то автоматично по координатам, які вже заздалегідь пристрілили, прилітає сюди. Так, працює. Що ти у нас на прикритті, так? Да? Красава, красава, красава. Чуть вище візьми! Красава. Слава, подавай мені. Плюва, сприй! Давайте перейдемо на російську мову, щоб наші вороги також нас розуміли і чули. Значить, во-первых, такої существенной разницы между Бахмутом, концом, вернее, началом этого года и Покровском, ну, не просматривается. Эффективные системы местных штурмов присутствуют, потому что, ну, за счет количества, я скажу так, населения, которое он истребляет. Це три розтяжки. Дрон, ну що? Дрон, дрон. Укриття. Вот. Ну, просто, щоб ми на свій подарок не отмінили. Для розуміння ситуації, от люди висушують щось з білизни. А от лікарня туберкульозна, в якої нещодавно був приліт. Там криші нету. Ожидаємо, можна приїхати за нами теж, так. Да. А що ви обіцяли? Ну, сьогодні, завтра. Ситуація за останній тиждень стала гіршою тут в Мирнограді?
Громче, громче стало, громче. Є куди вам їхати? Єсть, єсть. Куди поїхати? Черкаська область. Будемо їхати. Більшість вже евакуювалися звідси? Очень большая большість, да. Дітей майже не лишилось, да? Дітей нету. Ай, на ту сторону перейдемо. Твої? Твої? Покровськ, Мирноград, виїзд на Дніпропетровську область, пряма траса. І тут, по суті, за Покровськом більше тримуватися негде, одні посадки, дядька. І вспомни, як було в Бахмуті, особливо в кінці. Там місця не було, де не було солдат. Везде хтось був, везде якась пиздечка, везде якісь сусіди, постійно кого-то вводили, були резерви. Я сейчас этого, к сожалению, не замечаю. Может, я не вижу просто, знаешь, чего-то какого-то там с глобального задума. Если тебя убьют, тебя можно облутать, тоже нормальное дело. Знаешь, всегда, друзья всегда порадуются, когда ты в нормальном экипе заходишь, тебя сразу оценили, размеры посмотрели, вызначили, кто что заберет, если тебя прибаранят. Ну такая, понял? Вот искренняя доброжелательная обстановка. Ну такая неподдельная, знаешь. Бахмут был муравейник смерти, ну вот прям везде прям запах этот был, даже если не пахло трупами, то... Покровск – это город-призрак сейчас. Вот мы туда сейчас заедем, и там тишина, знаешь, вот эта гнетущая тишина, как в фильмах ужасов. Сейчас какая-то вылезет какая-то страшная хуйня и гавкнет на тебя из-за угла. Знаешь, в Бахмуте так не было. Не знаю, почему так. Пропоную спілкуватися російською, тому що це будуть дивитися вороги, хай вони почують, що Покровськ – це нелегка здобич. Я не можу за всіх відповідати, там, за тих, які там, допустимо, ребята сьогодні відступили по ряду причин. Може бути вирівнювання лінії фронту з нашої сторони. Здесь, от, наприклад, в Мирнограді, де ми зараз знаходимося, здесь плотна урбаністична застройка, здесь дуже складно наступати малими силами. Техніку сюди не заведеш, вона згорить. Шин почти не розгорить. Еще есть, там сейчас находится. Отлично. Ставим? Отлично. Это наши собаки. Надо забрать, слышишь? Давай заберем. Зачем? Пацаны летели только что. Это матрас поднялся за ним, что и солнышко полетело. Ой, не смогли, не сможем. Но сейчас все жалуются, ветер сильный. А на яких ви ділянках фронту вже повоювали? Я? Київський напрямок, Торецьк, що, Мирноград. Де найважче було? Водіївки. Через скаби? Чи через... Там накинув все. Там все накинув, що можна було. Там в нього танк, понял? Тому йому там було тяжелее всього. Знаєш, як тяжело біжати, коли тебе контузило? І ще й лопату не подарує. Так, а Валера притягнув з собою ще лишнє БК. Мы работаем автономно. У нас группа инструкторов 169-го учебного центра. Наша группа называется тактичная группа «Медоид». Тактическая группа «Медоид» для русских. Это такое отличное животное, посмотрите, вам будет интересно. А наша группа долгое время формировалась, в разных родах войск работала. У нас есть люди из разных родов войск. Сформировалась, и люди у нас универсальные, да, люди имеют несколько специальностей. Часть людей, дрончики, с которыми мы разговаривали, там командиры групп есть из разных подразделений, и с
стрілки, і марксмени. Робочі дні треба відмітити. Як загалом снайперам працюється разом з аеророзвідкою? Чудово. Дуже сильно допомагають. В чому саме? Ну, наприклад, коли ти не знаєш, є рядом свої суміжні сили, там свої хлопці, то дрон, звісно, допомагає. По крайній мірі, він сектор закриває. Не надо, ну, ти дивишся по своїй роботі, але не бігаєш, не дивишся, що ззаді, справа, зліва. Тебе це не інтересує, бо ну, в тебе є прикриття. Сказали, що буде, є рух на 11. Ми зорієнтували, змінили позицію, тому що з тієї старої позиції не було видно. Змінили позицію, яка дозволяла це бачити. І вижидали десь через хвилин 40, вони вийшли. І ми їх вразили. А яка група там була? Ну, штурмова група, 4. Ну, група 4 чоловіка. 4. У мене бабушки точно такі ж яблуки були під Києвом. Точно такі ж. Я не вмію право розкривати плани командування, але я можу вам сказати, що зараз формуються отдельные группы, которые будут выполнять ту работу, которую выполняет наша группа. В чем секрет? Секрет в управлении. Я так вижу. В понимании того, что мы делаем, для чего мы делаем. У нас каждый солдат четко осознает задачу, на которую он выходит. То есть командир доводит до солдата тот результат, который он хочет получить от его действий. И это круто, потому что каждый имеет право голоса и на своем уровне может редактировать выполнение задач для достижения цели. То есть нет потребности в том, чтобы задача была выполнена именно вот так, как я сказал. Ну, но смысл в том, что мы работаем на цель. Должна быть вот такая цель. И если у тебя не получается вот так, ищи другой метод. И ребята имеют достаточно много свободы для принятия своих собственных решений на своем уровне. С целью достичь цели. Мы получили возможность работать не только как снайпера, то есть мы дополнены системами дальнего поражения. Да? То есть мы имеем возможность корректировать работу там, где мы не можем достать. То есть наши ребята с нашей тактической группы доделывают все очень тщательно. Соответственно, на выхлопе мы получили ту работу, которая была не маленькая, да, которую мы проделали на Бахмуте, умноженную в 4-5 раз. В группе свои есть и минометные расчеты, в группе свои есть группы FPV. Расчеты отдельные. В группе есть своя разведка, в группе есть, в принципе, различные системы огневого поражения, вот, которые мы дополним высокоточной стрельбой, в принципе, своей снайперской. Начинал с сапера. Он был в подразделе саперов. Потом стал волей судьбы минометчиком. Правильно? Да. То есть все специальности в одном человеке, он профессионал во всем. Ему сейчас дали любое орудие, он из него сейчас все стараюсь. Наверняка. А яка найбільшу улюблена спеціальність? Фух, там, де менше стріляють в ответ. Не, міномет подобався, але зараз от FPV. Понял? От в том деньке. Вот так встанем. Как можно противостоять, скажем, этому быстрому продвижению? Что нужно сейчас делать? Какие, может быть, шаги предпринять? А каким людям мы это объясняем? Ну, каким людям? Гражданам украинской, Украины? А верным гражданам я хочу сказать следующее. До тех пор, пока вы, блядь, сидите у себя дома, смотрите телевизор, ну, это все держится на таких людях, которые здесь с первого дня. Ну, мне кажется, что вот эта история с мобилизацией лежит в плоскости того, что большинство молодых людей, способных, которые могут служить в армии, всеми способами пытаются этого, украинского, избежать. Пытаются избежать этой истории. Ну, мне кажется, что если бы в крупных городах, таких как Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Харьков, ну, Харьков в меньшей степени, было больше желающих усилить силы обороны, то и успехи наши были бы большими. У меня есть знакомый из прошлой жизни, который дома сидит, его женщина ходит ему за едой. Володя, если ты смотришь меня, привет! До тех пор, пока большинство граждан Украины не поймет, что это победа в их руках, в частности, что от их участия в этой войне зависит наша победа, ну, наверное, мы будем отступать возле Новогродовки. На сегодняшний момент единственное преимущество, которое я вижу объективно, это, да, действительно, у них больше мяса, которое они могут просто выбрасывать на позиции, забывать его, не подбирать своих раненых, которые стреляются, последний поцелуй Путина у нас называется, выстрел в голову, самогубство, самоубийство их солдат. Они не забирают своих погибших. Ну, России все равно, они им на живых, на своих насрать. Чего говорить про мертвых? Противника сколько отсюда километров? 6. 6 километров.
Слушайте, армия – это война, это непростая история. Война – это не, ну, набор нелинейных действий. Ну, можно держать Покров до усрачки, можно привезти сюда всех, блядь, солдат, которые есть в Украине, и сделать из него место-герой. Фортеця Покровск или фортеця Мирноград. Но война – это маневр, война – это территория обмана, Сунь Цзы сказал. Там, где ты сильный, показывает, что ты слабый. Там, где ты слабый, показывает, что ты сильный. Я не знаю стратегического задума командования и, например, о ситуации, которая сейчас очень актуальна на Курском направлении, до момента начала операции не знал никто в принципе. Какой это произвело эффект? После этого реально зашаталась... табуретка на... под этим козлом старым российским. Вот. Мы не знаем. Возможно, здесь завтра будут определенные действия. Где-то, может быть, мы оттянемся, где-то мы ударим во фланг. Результатами мы своими довольны. Вот. И, в принципе, наше руководство тоже довольно. Вот. С группой, тактической группой «Медоед» они умножены, ну, скажем так, раза в 4-5. Вот. И в связи с интенсивным шествием русских солдат на нашу территорию, мы имеем возможность их останавливать в непредсказуемых для них местах. Поэтому как бы все чики-пики, можно сказать, у нас все хорошо. Друзья, все живы, все здоровы, и хрен дождете. Поздно! Так работает средний, дивись. Плюс.